Сегодняшняя тема. Диета номер 6. Диета номер 6 назначается при подагре и мочекаменной болезни. Цель диеты – уменьшение образования мочевой кислоты и ее солей в организме. Для этого ограничивается соль, увеличивается количество жидкости, овощей, фруктов, молочных продуктов. Пациентам с мочекаменной болезнью рекомендовано питание 5-6 раз в сутки, ржаной и пшеничный хлеб, вегетарианские супы, овощные, фруктовые, молочные, овощи и фрукты в любом виде, 1-2 раза в неделю отварное мясо или рыба нежирных сортов. В рационе должны присутствовать молочные продукты, молоко, творог, кисломолочные продукты, яйца, не более одного в день. Крупы и макаронные изделия должны быть в умеренном количестве. Напитки, чай, некрепкий кофе, фруктовые и овощные соки, отвары шиповника, отрубей, сухофруктов. Примерное меню для диеты номер 6. Первый завтрак – яйцо всмятку, салат из свежих овощей, кофе. Второй завтрак – отвар из отрубей. Обед – овощной суп, запеченный картофель, кисель. Полдник – свежие фрукты. Ужин – сырники со сметаной, овощной салат, чай. На ночь – кефир. Диета номер 7. А диета номер 7 назначается при остром нефрите в тяжелой форме после разгрузочных дней, остром нефрите средней тяжести и при хроническом нефрите с ярко выраженной почечной недостаточностью. Цель диеты – обеспечить выведение продуктов обмена из организма, уменьшение отеков и артериального давления. При нефритах показана растительная диета с низким содержанием белков и полным исключением соли. Питание дробное, 5-6 раз в сутки. Хлеб разрешается только бессолевой, безбелковый, на кукурузном крахмале. Отварное мясо, птица или рыба должны быть нежирных сортов, в рубленом, запеченном или слегка обжаренном виде, не более 50-60 граммов в сутки. Из молочных продуктов в небольших количествах разрешается молоко, сливки и сметана. Яйца допускаются всмятку или в виде омлета, но не больше 2-3 штук в неделю. Крупы исключаются, кроме сага и риса. Овощи, фрукты и ягоды разрешены в любом виде. Напитки – слабый чай с лимоном, отвар шиповника, соки. Количество жидкости должно быть ограничено до 600-800 мл. Примерное меню для диеты номер 7. Первый завтрак – молочная рисовая каша, сок. Второй завтрак – фруктовый салат. Обед – отварное мясо с томатным соусом, картофель, овощной салат со сметаной, кисель. Полдник – отвар шиповника, ужин – плов с отварным мясом и фруктами, овощной салат, чай. На ночь – фруктовый сок. Диета номер 7 байтов. Диета номер 7 байтов назначается при остром нефрите в легкой форме и при хроническом нефрите с умеренно выраженной почечной недостаточностью. Отличие от диеты номер 7 только в том, что в 2 раза увеличивается количество белков за счет мяса и молочных продуктов, увеличено количество овощей и сахара. Количество жидкости увеличивается до 1 литра. Примерное меню для диеты номер 7 байтов – первый завтрак – овощной салат, рисовый пудинг, чай. Второй завтрак – свежие фрукты. Обед – овощной суп, картофельная запеканка с мясом, сливочный соус, сок. Полдник – отвар из отрубей. Ужин – овощное рагу, чай. На ночь – молоко. Диета номер 7 в пренефротическом синдроме назначается диета номер 7. Диета направлена на восстановление потерянного с мочой белка и уменьшение отеков. Из рациона пациента исключают соль, ограничивают количество потребляемой жидкости, увеличивают содержание белков. Хлеб разрежь купить дженерики С доставкой на https://via7.ru/aecbessolevoy, из кукурузной муки с добавлением отрубей. Супы готовят вегетарианские, молочные, фруктовые, овощные. Мясо, птицу и рыбу отваривают, а после запекают или обжаривают. Разрешаются молоко, кисломолочные продукты, особенно пониженной жирности, нежирный творог в виде ленивых вареников, пудингов и запеканок. Овощи и фрукты можно употреблять в любом виде, исключая щавель, шпинат, овощные консервы и соленые фрукты. Напитки – чай с лимоном, некрепкий кофе с молоком, свежие фруктовые и овощные соки, отвары шиповника и отрубей. Примерное меню для диеты номер 7 в первый завтрак – белковый омлет, овощной салат, кофе с молоком. Второй завтрак – творог с фруктами. Обед – молочный суп, котлета из говядины, тушеные овощи, чай. Полдник – отвар шиповника, фрукты. Ужин – рыба, тушеная с овощами, чай. На ночь – кефир. Диета номер 7 грамм. Диета номер 7 грамм назначается больным с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, находящимся на регулярном гемодиализе.
Диета бессолевая, с ограничением белков и калия и уменьшением жидкости. При отсутствии отеков больному для досаливания пищи разрешается 2-3 грамма соли. Хлеб разрешается только бессолевой. Блюда из круп исключаются, кроме сага. Супы готовят на овощном бульоне или молочные. Мясо, рыба и птица разрешаются в вареном виде в количестве до 100 граммов в день. Овощи, морковь, картофель, свеклу, салат, лук, белокочанную капусту можно есть в любом виде. Из фруктов нужно ограничить употребление черной смородины, винограда, персиков, абрикосов, черешни, инжира, бананов из-за высокого содержания в них калия. Напитки – чай, некрепкий кофе, соки из разрешенных фруктов и овощей. Примерное меню для диеты номер 7 грамм, первый завтрак – овощной салат с растительным маслом, апельсиновый сок. Второй завтрак – печеные яблоки. Обед – вегетарианский борщ со сметаной, объем до 250 граммов, отварная рыба, фруктовый мусс, некрепкий кофе. Полдник – фрукты, ужин – ленивые вареники, чай. На ночь – кефир. Диета номер 7. Диета номер 7 назначается при заболеваниях почек без хронической почечной недостаточности. Она направлена на уменьшение отеков и выведение из организма продуктов обмена веществ. Диета бессолевая, соль выдается в количестве, указанном врачом, количество жидкости ограничено до 1 литра, температура пищи обычная. Пациентам разрешается бессолевой хлеб, дрожжевые блинчики и оладьи без соли. Вегетарианские супы могут быть овощными или фруктовыми, молочные супы ограничивают. Мясо, рыбу и птицу отваривают в воде или на пару, выбирая нежирные сорта. Цельные яйца разрешены до 2 штук в день при уменьшении количества мяса, рыбы или творога. Допускаются каши из любых круп и макаронные изделия в любом виде. Овощи можно есть и в свежем, и в обработанном виде, свежие, вареные, тушеные, протертые, жареные. Фрукты разрешаются любые, свежие и в виде жили, компотов, варенья, киселей. Напитки – чай, некрепкий кофе, фруктовые и овощные соки, отвар шиповника. Примерное меню для диеты номер 7, первый завтрак – яйцо всмятку, гречневая каша, сок. Второй завтрак – овощной салат. Обед – фруктовый суп, отварное мясо с жареным картофелем, чай. Полдник – фрукты, ужин – спагетти с овощами, чай. На ночь – кефир.